Дорогие друзья, вот сегодня мы имеем возможность посетить завод LG Electronics в Подмосковье. Это очень интересно и захватывающе. Надо сказать, что площадь территории этого завода составляет 50 гектаров. Дорогие друзья, сейчас мы находимся на линии сборки телевизоров OLED. И вот этот робот, он присоединяет панель к плате. Раньше эту работу выполняли 3 человека. А сейчас робот. Мы в будущем. Мы находимся в комнате, где 556 телевизоров тестируются на терпимость к температуре. Вот посмотрите, как телевизоры OLED проверяются на прочность. Меня, как человека, работающего с изображением, как режиссера, конечно, больше всего впечатляют потрясающие телевизоры LG OLED. В этих телевизорах 8 миллионов самоподсвечивающихся пикселей. Это и есть OLED-технология. И этим эти телевизоры отличаются от всех других.